будущем на вы, с будущим наука. Воспитаем детей, выйдем из темноты, так и этому рад. Встретить утром рассвет и закат проводить, снова солнце взойдет. По-людски рассуждать, человечески жить, все однажды придет. Я снова встречусь с добрым Джа, это старик мне передаст секрет. Немногим знать его дано, но кто встречал, тот получил ответ. Мудрейший старец открывает мне мир и сквозь пелену забытья. Я начинаю вверх движение, он сказал, что по-другому нельзя. Расчисти храм своей души, чтобы я мог тебе советы дать. Есть ложь во имя доброты, но постарайся, друг, совсем не врать. Когда с собой наедине, ты можешь вспомнить все свои грехи. Ведь нужно жить ради кого-то, а не тратить время вопреки. Будня, Михаил Федорович. Я его встречал на вокзале, и он для нас с вами снял отдельное сообщение. Все, мы в Краснодаре. Я к вам на встречу сегодня попасть не смогу. У нас в целях безопасности немножко ситуация такая напряженная. Но на концерте всем жду обязательно. У меня для вас обязательно на концерте будет сюрприз. Я вас всех очень-очень жду. Всем большое спасибо за поддержку. Лёва Красавчик. Вот, хотел попасть, хотел приехать, поприветствовать. Наблюдает за нами, видит, как наша... объединение растет, наше отделение краснодарское показывает хороший результат. Я уж без лишней скромности скажу, один из лучших результатов по всей России мы показываем. Поэтому можно еще друг другу аплодировать. А получается это все у нас благодаря тому, что мы друг у друга есть. Мы коллектив, мы действительно за это время сдружились, мы пополняем свои ряды. То есть у нас есть возможность у каждого, кто узнает о нас, приходить, помогать проводить мероприятия и становиться частью, ну так скажем, костяка. А если говорить о костяке, я сегодня буду награждать с удовольствием ребят, которые весь этот год пахали, ребят, которые проводили мероприятия, которые делают ремонт в нашем офисе. Кстати, это одно из наших таких основных достижений. Нам администрация города поспособствовала и выделила на безвозмездной основе офисное помещение. Мы с прошлым на «ты», с настоящим на «вы», с будущим наука. Воспитаем детей, выйдем из темноты, так и этому рад. Встретить утром рассвет и закат проводить, снова солнце взойдет. По-людски рассуждать, человечески жить, все однажды придет. Я поздравляю всех с нашим днем рождения. Рад, что так много народу сегодня пришло в гости. Спасибо вам большое. Все это благодаря вам, для вас и с помощью вашей. Красный ты не в нове! Северный человек! Я очень рад, что у нас такая огромная семья, которая делает все для того, чтобы наша страна была лучше. Только вместе мы будем сильны. Я жил весь этот год объединением, и мне это совершенно не трудно, мне это только в радость. И я хочу сказать спасибо всем, что вы появились в моей жизни, потому что качественно, по-другому я стал мыслить, смотреть на этот мир после того, как наше объединение появилось. Я узнаю вас каждый день на разных мероприятиях. Спасибо вам большое. Встретить утром рассвет и закат проводить, снова солнце взойдет. По-людски рассуждать, человечески жить, все однажды придет. Там где-то вдалеке запредельный сон во сне, там где невзгоды нас качает в межсезонье гамаке. Вдалеке, там где шумит жизни седой океан, я там не растречал рассвета, жемчужный туман. Горячее солнце мира, прошу не остынь, дари нам свет, пусть мудрость горькая, словно полынь. Любовью ты миллионы лет наполняешь сердца, и до
доброта всегда бумерангом вернется назад. Кто-то себе одному, кто-то близким своим, кто-то душою всем светит и своим, и чужим. Слепцам вернуть глаза, лжецам навек закнуть уста. Сибирской воли глоток, это солнце за нас. Наши следы не замели, все впереди. Наш парусник не на мели, и горят огни. Стихи мечтания полет, это болит душа. Она родная такая, она мы такая. Мы с прошлым на ты, с настоящим на вы, с будущим наука. Как говорится, слава Богу за все, объединение растет. На канале уже почти 10 тысяч человек. Это о чем тогда и говорит?